Ну что, друзья, вот такой вот прекрасный пирог получился. Когда он будет из холодильника, будет еще лучше выглядеть. Но и сейчас выглядит уже очень аппетитно. Сейчас я его реально опробую. Съем мощно. Здесь практически нет ничего сладкого, как вы успели заметить. Горячий все-таки, аккуратнее. Это волшебный вкус. Невозможно передать реально. Жаль, конечно, что ты опять перевернула камеру в горизонтальный вид. Я наоборот А, да? Да. Ой, вертикально. А, боже, извини. Для нашего YouTube-канала. Но ничего, век живи, учись. Реально крутейший вкус. Вкус именно преобладает тыквы. Конечно, гурманы почувствуют вкус там и яблока, и всего. Но Алла молодец, реально. Вот такие вещи я просто люблю. Такое ощущение, как будто ешь... Десерт. Десерт, причем... Нету от него ни тяжести, здесь нет ни масла, никакого маргарина. А, кстати, да, жира нет вообще, да. Если вы заметили. Класс. Весь жир, это на весь пирог 3 желтка. Это не весь жир используемый. Это. Кстати, желток яйца – это один из самых полезных жиров, которые вы только можете кушать. Ну что, спасибо Але, спасибо за то, что вы смотрели это видео. Не пропустите эфир в YouTube-канале. Тут спрашивают, из чего пирог, вот как раз таки детально будет видео на YouTube. Мы все, что смогли заснять на камеру, покажем вам. К сожалению, мы снимали все еще и на другие камеры, но почему-то не сохранилось. Ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях, заходите на Instagram Аллы с Эллой, там очень много полезной информации о питании в первую очередь. И они запускают сейчас уникальный марафон, с условиями которого вы можете ознакомиться как раз таки прямо сейчас, если зайдете к ним на Инстаграм внутри Кабади. Всем пока, а я буду есть дальше. Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня снимали для вас с Аллой и Эллой интереснейшее видео о том, как готовить вкусный и, самое главное, полезный пирог из тыквы. Снимали, отвечали на ваши вопросы. Была трансляция и в Инстаграм, что удивительно, снимал и на камеру. И фантастика, ни одно из видео не сохранилось. Просто мистика какая-то. Мы больше часа готовили и рассуждали на разные темы, от тренинга до питания. К сожалению, видео не сохранилось. Друзья, если вам интересны такие видео о том, чтобы что-то готовить полезное, вкусное и одновременно отвечать на ваши вопросы, ставьте лайки, пишите, какие блюда вы бы хотели, чтобы мы приготовили, и пишите, какие вопросы вас интересуют, которые вы бы хотели увидеть в обсуждении. Спасибо, и приносим извинения, что так получилось с самим процессом приготовления пирога. Ну что, друзья, вот и готов наш пирог. У нас немножко прервалось и, к сожалению, не сохранилось видео в Инстаграм, но вы увидите все это. Я выложу скоро на YouTube-канале. Слава богу, на камеру тоже писали. Вот такой вот замечательный просто пирог. Выглядит он, но вы не представляете, как он пахнет. Он немножечко у нас поднялся. Лучше всего использовать вообще разъемную форму. Какая же замечательная вещь, вот этот ваш тыквенный пирог. Еще лучше его сейчас вот не трогать, ведь он еще дымится у нас. Дать ему остыть, потом уже снять с бумаги. Она очень легко, как видите, ее можно очень легко отодрать от пирога. Да, то есть он сейчас должен просто остыть, потом его поставить в холодильник. Ну, достаточно, я думаю, где-то там на часик. Если вы это сделаете на ночь, вообще будет отлично. И у вас будет такой суфлейной консистенции вот такой пирог.
У меня даже есть КБЖУ на него, в описании видео мы напишем какие там КБЖУ, да, скинешь, на одну порцию. Я все, да, сделаю. Я Егору обязательно дам, потому что это мой вообще как бы один из дежурных рецептов, я его очень люблю, очень хотела им поделиться, и поэтому уже КБЖУ, естественно, для себя рассчитала. Полезно и вкусно, да. Так что Элла уже убежала, ей нужно тренировать очередного клиента, а мы с Аллой сейчас попробуем этот пирог. Да, и такое завершающее немножко слово. Кому мы понравились, кому интересно говорить с нами больше о питании, у вас сейчас есть уникальная возможность. Мы начинаем первый наш марафон здоровья. Он начнется в субботу, как ни странно, не в понедельник, а в субботу, чтобы вы успели заготовить продукты. Поэтому еще у вас несколько дней, заходите к нам, пожалуйста, на инстаграм-страничку, там есть все детали, подписывайтесь на инстаграм, участвуйте с нами в марафоне, и вообще, как бы, будем делиться опытом, я с Егором несколько раз в неделю, поэтому если какие-то вопросы будут, Егор достаточно часто снимает мои живые тренировки, вы задавайте, по мере возможности будем отвечать. Куда очень приятно людям было заходить на твой инстаграм? Внутри Кабади. Мы тоже вот укажем через ссылочку. Хей, да, укажем ссылочку под описанием видео. То есть наш совместный с Эллой инстаграм, да, инстаграм нашего проекта. Это не личный инстаграм, это куда мы редко, мы практически не постим котиков и цветочков. В основном все по делу, то есть это интересные статьи. Мы пишем как бы широкие посты, посты. В общем, это интересные статьи, тема питания, тема здорового образа жизни, тема тренинга, тема нутриенты. Все, что с этим связано. Так что, друзья, следите за нашими новыми выпусками. И если вы хотите, чтобы такие видео были частыми, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео в своих соцсетях и комментируйте. Если все это будет, мы будем понимать, что есть интерес, будем собираться втроем, вдвоем и снимать. Всем пока! Пока. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.